О, привет, чуваки! Блин, до Нового года осталось совсем немного. Сколько? Осталось 2 дня. 2 дня, и этот, наконец-то, надеюсь, что следующий год будет намного лучше. Надеюсь, этот год был самым худшим годом в нашей с тобой жизни. Осталось всего каких-то несчастных дня, но этих, может быть, счастных, может быть, несчастных дня мы должны закончить очень хорошо. А чтобы закончить очень хорошо, мы должны закончить. Я не знаю, как. Когда, блин, закончить? Я столько. У меня были такие, знаешь, планы наполеоновские: закончить одну игру, закончить вторую. Но я ни хрена не успеваю. Ни хрена не успеваю, потому что зачем делать такие длинные игры? Вот то ли дело Call of Duty. Прошел ее за пару часов, и все, и счастлив, и здоров. Ну там, конечно, не пару часов. Привет, крутая лягуха! Сейчас, секунду. Где-то у меня включен стрим, я не знаю где. 626, 26% всего пройдено. Блин, прошлый раз. А знаешь, почему так мало? Потому что мы бились. Я тут один пока что. И ничего страшного, скоро все потянутся, но это не точно. Так, где-то есть звук. Я не пойму, где этот звук. А, все, я нашел, ура, я нашел, где этот звук дурацкий. Короче, мы застряли на одном боссе, но как бы у него был прогресс 144. Представляешь, у него он был 144, как это правильно говорится, прогресс, регресс. Короче, мощный. Но мы его все-таки уничтожили, слава богу. Сейчас 2 секундочки, еще запускается игра. Минимальная подготовка. И я весь твой, друг мой. Включи тот фиолетовый свет, как вчера. А, знаешь, в чем прикол? Это было позавчера. Сейчас, погоди. Я просто после работы прибежал, не успевая ничего сделать. Сейчас, секунду. Это вот сюда. Это сюда. Это сюда. Было очень мало работы, но люди начали бежать в самый последний момент. Смотри, какую сегодня клавиатуру себе нашел. Всего лишь навсего 200 с чем-то рублей. Ты представляешь, 200 с чем-то рублей. Господи, это же копейки в нынешние времена. Я купил дополнительную клавиатуру, чтобы, знаешь, есть такой пульт стримера. Типа включить микрофон, выключить микрофон. И хотел купить, короче, цифровую клавиатуру. И просто напечатать на ней кнопочки какие-нибудь и назначить клавиши. Нас теперь 4 человека, ура! Вот. И листаю, листаю, короче, и нахожу вот такую клавиатуру. Ты посмотри, какая она крутая. Всего 2 сотки. И знаешь, что самое примечательное? Вот эти наклейки, это нифига не наклейки. Это напечатано прямо на самой клаве. Я не знаю пока, как она работает. Якобы она смайлы сразу будет пропечатана. Мне смайлы, конечно, не нужны, хотя даже смайлы это очень прикольно. Вот, тут есть какой-то диск с программным обеспечением. Господи, я тысячу лет не видел дисков. Йо, ты прикинь, еще и диск целый. Пропустил! Эбби, привет! А что она делает? Короче, она изначально нужна для вот этих смайликов, но я ее переделаю, я сделаю ее, типа, знаешь, включить экран, выключить экран. Потом, ну вот как вот сейчас, вот смотри. Вот я раз включаю, да, и я стал маленьким, и игру практически сразу видно. Ну, нет, игру пока что еще не видно. Вот, потом там можно настроить какие-нибудь звуки, какую-нибудь музыку, да, все что угодно, в общем, от твоей фантазии. Ладно, кстати, а почему я не вижу сообщения лягушки? А, я не знаю, может быть, тебя кто-то забанил, без понятия. Может быть, лягушка тебя забанила, может быть, ты его когда-то забанил, ты просто не помнишь. Короче, прикольная клава, но я успел только ее вот разблокировать, в смысле разобрать и все. Без понятия. О, наконец-то. Так, продолжи. 26 часов. Блин, мы прямо идем тютелька в тютельку. 26 часов, 26%. Так
дальше продолжаться не может. Да никто меня не мог забанить, я лягушка. Вряд ли будут банить, я только сообщения не бачу. Вот именно, вот именно. И если ты не видишь сообщения, то, возможно, тебя кто-то забанил. Точнее, я не знаю, как это, добавил в мут, стримерский мут. Стримерский мут, если так можно это назвать, то еще не знаю, как это называется. И из-за этого ты не видишь чужих сообщений. Такое может быть. Кстати, я тоже не вижу сообщения других. Серьезно? Без понятия. А тут всего два человека сидят пока. Ха! Ну и теперь я четвертый. Подключился. Замок Каустоу. Каутсоу. Он в длинном доме. Поговорите с Диолфармом. Блядь, какие ужасные имена. Короче, мы случайно... Точнее, нет, не случайно. Этот козлина, Ивар, оказался предателем, представляешь? Бля, Гор, я вижу сообщение, кроме лягухи. Я не знаю. Я-то при чем? При чем тут я? Ты это говоришь, как будто я это настраивал все. Так, он оказался предателем, скотиной такой, убил несчастного пиздюка. Мы отомстили ему. Да, на это был убит весь стрим, но мы все-таки сделали это так, что это прекрасно. А меня показывают, что 4 человека. У меня тоже показывают, что 4 человека. Отлично. Но ничего страшного. Так, рекомендуемая мощь 130. Это куда мы смотрели, что оно показало? А ну подожди, подожди, подожди. Здесь есть что-то интересное в этой бочонке. А ты смотрел Сайлинг? А я еще пока не смотрю. Да дети не дают, ты представляешь? Ну все, мы с женой договорились, что на новогодних каникулах мы посмотрим все, что можно было и что нельзя. Гор, шалом и пока. Спасибо огромное, что РДР без меня не стримишь. Пожалуйста, батька твоего снюхай. Лаки, даров, привет. Белого волка получить просто так нельзя. Он как бы принадлежит магазину Ubisoft. Там и броня дается берсерка. За определенную версию этой игры давали бесплатно. Или купить у Реда. Но у него все разное. Реда, 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 Реда. А, Реда это тот маленький... А, все, я понял. Слушай, понятно, хорошо. Реда это тот маленький тип, темнокожий парнишка, который купи-продай, да? Hello, видишь, я пришел и сразу в чате на 4, а 7, не 4, а 7 человек. Лаки, ты приносишь счастье. Ого, уже 9, ого, уже 8. Да вообще капец какой-то. Что происходит? Гораш, а что тебе, дети? В фильме нет сцен секса, так что все окей, порочь. Привет. Как теперь я начал видеть новое сообщение, отлично. На что я хотел ответить? Подожди. Говорю, что тебе дети? Да вот именно, там же расчлененка. Они еще, понимаешь, у них психика не настолько, особенно у малой. Она же потом будет бросаться на меня, кусаться. Не зря я, Лаки, действительно. Ты услышал, что я твоему отцу передал? Передавай ему здоровья, счастья, любви. И пускай его дети только радуют в его жизни. А ты один, получается, ребенок, или вас несколько? Кстати, хороший вопрос. Я должен знать каждого своего подписчика лично. Вот, например, я помню, что у твоего отца есть вассал. А, точнее, нет. Или да. Ну, типа он... Короче, у него есть личный темнокожий парень. Спасибо, ща поздравление. Пожалуйста, ща поздравление. За поздравление. Что говорит что-то на иврите. Вот, я вижу сообщение Лаки, как у Дарк, Лорда, Лидюхи нет. А вот не знаю, значит, кто-то из вас кого-то там заблокировал. Прочитай прошлое. С кануном Нового года! Спасибо и тебя, дружище! Темнокожий не вассал. Ну ладно, хорошо. Но прикольно, что он у него есть. По мне круто. Ночью встал в туалет, а за тобой охотится твой же ребенок. Отлично. Ты знаешь, там самое главное, тогда кухню запирать на замок. Потому что если ты оставишь ее, там ножи, топорики и всякая хиромантия. Да, епископ Диамфо. Епископ. Начинается опять. Какая же беда. Он сбежал, больше с ним не работает, да? Его легко найти. Представить, какой стыд испытывал брат перед смертью. Да, это было ужасно. От моей руки. Твоей? Опа. Да, это был я. Заключен. Ивар убил Келберта и свалил вину на Родри, чтобы напасть на него снова. Как ты об этом узнал? Он сам рассказал. Я из тех, кто предпочитает правду. Да, вот видишь, а ты говоришь. Но мне тяжело это слышать. О, это хорошо. Достойно. Конечно, он умер достойно. Конечно, я дал ему топор. Да, смерть воина, смерть подлеца. Он жаждал смерти. Он умер, да, смерть воина. Во всей своей славе. Да, молодец. Здравствуйте, Джим Прайс, привет. И теперь мир стал возможен. И на том спасибо. А, к
Кстати, да, если Ивар-то умер, то да, ну типа плохой такой вот был у нас небольшой предатель. Тогда мир возможен. Своим правилам. Что может быть лучше? С одной стороны, верно, но, блин, мелкого зря, да. Вот мелкого зря они убили. Ведет себя непонятно, но... Мы с батей удивились, когда увидели, что за ним в черных следах. Нужно проститься. Я приготовлю дракона. Для погребального. Епископ. Да, конечно, давай просто сожжем его во враг, бросим, ничего страшного, там вырастет аллея цветов. А что оно? Хорошо, спасибо. И все же не забывает о Шире. Время, Санька! Элдерманом здесь стану я. Посему. Благодарю, епископ. Элдерман это что-то вроде Слендермана. Одно и то же. Ну, очень похоже, ладно. Прочитай прошлое. Какао. Шок-контент. Увидел, что у Бати меньше. Чем у тебя в штанах? Господи. Позавчера мод выпустил, он восстанавливает старую реплику, Дионную, об описании Брэдли. Нифига. Ты выпустил? Я тебя поздравляю. Это твой самый первый мод? До встречи, брат. О, смотрите, Ивара хоронят. Короче, пусть да, прикольно. Неплохо. Такой меч сразу появился. Скальда. Да. Мужа, что без кости, конь морей, несет сквозь пламя залы вечной славы. О, смотри, как они делают классно, вверх ногами. Офигенный эффект, да? Будто ветер быстрый. Это уже мой пятый. Кодину в Вальгалу дело битвы мчатся споры с королем в объятиях. Класс. Красота, да? Все. Ивара убит с королей. Ивар мертв. Союз с Широпширом заключен. Ага, все отлично. Поговоришь, отлично. Рандве? Все, давайте, короче, игру заканчиваем. Ивар мертв. Мы заключаем перемирие, и я думаю, что на этом все, хватит играть в эту игру. Сегодня будет Хитман, но будет он, правда, немножко поздновато. Вот, потому что меня дома будет ждать пицца. Мне в Silent Hill нравится, что в титрах играет... О, спасибо. Играет тема третья, первой и второй часть игры, это очень хорошо. Четыре человека скачали, очень много сарказма, да? Не, ну, все равно неплохо. Ты молодец, ты внес свою лепту в историю, понимаешь? Гор охеренно шутку пропустил. Да ты шо? О, почта, да ёпта, блядь, начинается. А ток начинаешь работать. Здесь пропущенный звонок, странно. Сразу же это самое. Гор охеренно шутку пропустил. Так, где... Хан. Мне звонил какой-то хан. У Польши очень интересная история. В ней много разделов. Я, кажется, понял, да. Завтра будет плохиш, последняя неуловимая цель 2 года поди. Я надеюсь, что да, все, в этом году. Я надеюсь, что мы завтра поиграем. Скорее всего, у меня получится, правда, на пару часиков, потому что завтра у моего батька днюха. Вот, и мы должны будем как-то прям все придумать, что да как делать. Короче, не знаю пока, если честно. Но что-нибудь я придумаю, я обещаю. Что, Гор, это самый короткий стрим? Нет, сегодня будет как... Вот сегодня будут как раз-таки два стримчанских. Где мой скакун? Как мой скакун? А, на X, точно. Молодец, мой скакун. Шок-контент увидел, что у бати... Блин. Господи, это ужасно. Это ужасно. Я сейчас представил на секундочку и, блин... Я представляю свое лицо, если бы такое было. Не дай бог. Короче, что мы делаем? Мы сейчас выполняем одно задание, поговорите с Рандви. А потом мы переносимся на свою базу, так сказать. И уже на своей базе мы начинаем... Что делать? Правильно, мы начинаем поднимать, так сказать, свое поселение. Опять эти сексуальные барашки. Вот, поднимем свое поселение. Зачем, ты спросишь? А может быть и не спросишь. Да вот за тем, чтобы лошадь могла плыть. Например, по реке. Гор отца с днем рождения. Сегодня день рождения у отца у Лаки. Отца Лаки. Отца Лаки. Отца Лаки. Как будто салат какой-то. Вот, а завтра моего батька день рождения. Так что да, как-то так. Гор, я останусь здесь до конца, думаю. Все равно сестра приедет. Значит, есть сестра. Где-то через полчаса. А потом уже в ресторан 70. О, ты посмотри на них, ресторанные дела, все дела. Еще выпущу два мода для первого сезона. А там ограничение стоит на два патча. Есть ограничение еще? Я даже не думал об этом. Первый будет об обновлении картинок целей. Угу. А второй будет сделать... Картинки цели, как в контракт моде. Блин, приблизительно понял, но не уверен, что это так. Лаки, твоего отца, днем рождения, спасибо, если так можно. Спасибо, Эбби или Бутер. Короче, спасибо тебе, чувак.
Или ты, просто ты. Один раз мой папа, все, мою маму в больницу вез. Ей было плохо. И вдруг какой-то дальнобойщик в сантиметре от их машины. Мама очень испугалась. Мой папа обогнал его машину и кинул ему в лобовой камень. Нихера себе, серьезно. Тот его не догнал, ничего там не сделал. Шок-контент. Узнал, что у мамы огромный хер. О, кого-то и он докопал. О, господи, можно, можно я не буду читать это вслух, потому что это действительно шок-контент. Короче, копипаст, вортик, да, очень похож. Кстати, подожди, а ну-ка. Да, нет, нет. Все-таки вортик вообще без знак препинания. Это хоть точки ставит. Водитель фуры был не рад. Ну, вышел с монтировкой, а мой батя достал топор. Трэш. Хера себе. Очень опасные люди. Ты с какого города ты рассказывал? А что ты не можешь перепрыгнуть? Давай перепрыгай. Господи, господи, что за коняшка? Да я быстрее добегу. Я знаю, там был мост. Можно было через мост это все сделать. Но нет. Я не ищу легких путей, понимаешь? Отец, отчет о Широпшире. Широпшире. Сразу видно, что мы в Англии, да? Город я не успел прочитать. Не шок-контент. Узнал. Смотри, нечего быть. Больше. Буду юзать простой установщик модов, чтобы конвертировать формат картинок игры и потом сгенерировать RPGK файл, который пропатчит игру. Охренеть, а посмотри, как в такой маленькой голове может быть столько мозгов. А? Губкинский, город Губкинский. Блин, к моему стыду первый раз слышу о таком городе. Сорян. 94-м расстреляли, но он не сдался. А где здесь центральный вход? Ага, все, нашел. Он встал и пошел, да? Такой, ну вас нахер. О, это же моя любовь, да? Ранви, я забываю, как ее зовут. Простите, у меня на имена очень плохая память. Не придумал больше контента. Я уже знаю. Да? Да. Столь трагическая смерть, и ради чего? Надеюсь... Правосудие это в смысле? Она оплатила? Это было правосудие. Мы не... Точно. Да. Так, мистер, так. Тик-так. Ху-ху, Широпшир. Мир заключен. Отлично. Сколько там? 130 единиц. Так, давайте посмотрим, что дальше. Кто у нас на кону? А ну-ка, иди сюда, моя женщина. У меня вопрос. Так, у него вопрос. 90-й уровень мощности. Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Вообще прям на изи. Ты что, 90-й уровень? Мы прошли только что 130-й. О чем вы говорите? А, мой батя да. Был бы Сигурд, кстати, уже там. Что случится хочет катастрофа, и он попытался всех скорее. Спасти, предупредить. Он связался с мятежным Теном. В центре Бакингема есть таверна. Сигурд будет ждать тебя. Пьяницы, хорошо, что не поленицы. Да, прикольно. Заключу перемирие. Да, короче, видите, как прикольно сделано? Игра показывает нам настоящее отношение европейцев ко всему остальному миру. Нас отправляет якобы заключать мир, но на самом деле этот мир... очень большого стоит. То есть мы должны убить кучу народу, чтобы заключить мир. Мы должны даже не то, что убить кучу народу, мы должны убить всю верхушку, чтобы заключить мир. Это такой псевдомир. На самом деле это даже не мир, его мир. Ага, можно назвать за мир. Прочитай прошлое. Прошлое. Не придумал больше шока. Я прочитал. Это тебе испытание. Какое мое имя? На прошлом стриме я тебе писал, и ты даже прочитал его. Крутая лягуха, ты потом зачеркнул. Кстати, а теперь серьезно. Мой батя приехал в Израиль в 17. Потом уехал в 20, когда повестка должна была прийти. В 31 вернулся сюда из Грузии, и его посадили за дезертирство. Хотя он не отмазывался от армии. Серьезно? Просто забыл про нее. Офигеть! Вот это шок-контент. А еще недавно сделал перенос всех РПП-модов по миссии. Пропустил предыдущее сообщение. Нифига себе. Тут... Аля, ты посмотри, я вообще в шоке. Но у меня был один из самых первых модов. Это убить каждого в пациенте 0 колорадо. Кто-то писал, что нахер оно надо, ведь есть пикок. А кто такой пикок? Но в итоге этот мод набрал 200 плюс. Говорит, да ты че, краса. А потому что люди, ты видишь, что нужно на самом деле людям, а ты понимаешь? Ты понимаешь весь этот прикол, что нужно на самом деле этим людишкам, мелким таким. Так, это наша база вообще или нет? А где вообще наша база? Где наш дом родной? Я просто не понимаю, если честно. Тут везде Орландо Блумы. Наверное, ну да, вот, это наша база, и мы должны ее как раз-таки тут развивать. Давайте пойдем и попробуем что-нибудь развить. Например, подойдем к этому чуваку. А ну-ка, иди сюда. Здравствуй, Эйвор. Здорово, Игорь.
Иди, да поговори ты со мной, господи. Ладно, я тогда в парикмахерскую. Подожди, пропустил, сейчас я быстро прочту, что ты написал. Какого хера в чате находится Эбби? А что не так? А почему я вижу сообщение только от меня? Ну, бывает это печально. Чем ты занимаешься, скажи, мой чем друг? Чем ты тут занимаешься? А, блин, так ухо же зачесалось. Да будешь на охоте какую-нибудь дичь, приноси сюда. А, подожди, подожди. Найдешь это сейчас будет такой шок-контент. Буду рад купить. Давай. Знаешь, я ведь мало что могу смотрит без другую мастерской. Пропуск, выделывать Эбби. Шкуры в грязи на каких-то временных столах я не могу. Блин, какой кайф. Короче, понятно, это какой-то левый мне тип, непонятно, до что встречи. Он хочет. Господи, хорошо, что вы его не видите. Эх, вот помню, раньше в магазинах цены другие были. Раньше зайдешь с 5 рублями и выходишь с колбаской, с чипсонами, а с колой, а сейчас камер понаставили. Хорошая шутка. А ты играешь в любую игру, пока не стримишь, которую должен стримить с нами? Я ничего не понял, что ты сказал. А ты играешь в любую игру, пока не стримишь, которую должен стримить с нами? Типа в какую-нибудь игру? Бывает, очень редко бывает, я что-нибудь запущу. Запущу так чисто минут на 15-20, погоняю, пока есть время, а потом уже все. Коркинь, киску, Христ. Если бы мне выпало такое счастье. О, привет, всегда моя сестирка. Встретить доброго человека. Веди да, конечно, сюда. Я подобрал если кучу увидишь. Денег. Давай мне какое-нибудь новое оружие, потому что я затрахался. Посмотреть, я хочу взять заказ. Я хочу взять сегодня? Заказ, ты посмотри. Какой заказ, ты у этого мелкого не бери. Никакие заказы, не позорься. Что? А, нет, паруса, кора, погребальный костер, корма. А, он только для этого, что? Пфу, для корабля. Рынок, лавка, рендер, я спасибо, тебя умоляю. Спасибо, что заходишь. Да не, я первый раз вообще зашел к тебе. Чем ты занимаешься? Мне пора. Я все, до свидос, путь. Давай отсюда. Прощай. Некоторые моды чужих да людей я публикую на Playground, но меня посылали. Но то, что не грамотно, то еще хрень какая-то. Столько траблов я не встречал на Nexus Max. Но может произойти это. Кто мне хочет позвонить? Проблема решится. Но там просто можно перезалить проблем. Оро-ро-ро-ро. Ой, это кто такой? А ну подожди секунду, простите. Алло? Здравствуйте. А что вы хотели сделать? А что с ним? А, все моргают, да? А, HP-шные. Блин, HP-шные, нет, мы такую ошибку не сбросим. У нас только мануал на Эпсон, к сожалению, да. На HP и на Кэнон у нас нет, извините. Это только город. Я могу посоветовать, где вам могут, скорее всего, помочь. Они переехали, но их можно в интернете найти, и где они находятся сейчас, посмотреть. На площади Советской они раньше работали, Orphic Service. Можете прям бить. У меня номера их нету. А вы вбейте в Яндексе Orphic Service Волгоград. Вот, там появится их номер. Просто я не на работе, я не могу сейчас посмотреть. Вот. Орг. Да, Орг. Тех сервис. Вот. Ага, попробуйте. Угу. Все, до свидания. Быстренько отмазался. Не, ну а чё они так поздно уже? Господи, время-то прошло уже сколько. Да, именно. Нету, жалко, но позовите хорошо. Номер давайте. А, хорошо, вобью. Ого, до свидания. Да, вот типа того. У Реда можно брать задание и купить сетевые вещи. А я еще смотрю, вот 20 часов дали, да? Блин, прикольно. Спасибо, Dark Lord, спасибо. А геймпрайс, а я только недавно научился... скачивать моды. Пока что только на СМС попробовал. Завтра попробую на какую-нибудь другую или скачать. Да, я думал, что Red еще будет продавать оружие, но нет. А, Горгтехсервис. Нет, это не моя фирма, к сожалению. Нет, к счастью, у них очень плохая оценка, но в нашем городе они одни из самых больших. Так, братуха, давай. Ты кто вообще такой? Что такой? Ты рэп слушаешь? Не пойму, в чем башкой вверх. Всем привет, Джек, привет! Спасибо. Спал? Если плоды твоего труда нам пригодятся, сможешь... А, блин, что я еще сшуся? Вроде помылся позавчера. Или это было на той неделе? Очень привольно. Прочитай прошлое. Уничтожишь его, горожане будут у тебя в долгу. Так, то есть ты проходишь мало без нас конкретно? Да, можно сказать, что вообще не прохожу. Серьезно. Так, я готов. Да, давайте поможем. Так, следуйте за Хасаном. Хайтавером. Пускай будет Хайтавер, ему будет Хайтавер подходит. Еврей молодец, моды на Sims никогда не скачивал. Чё, я пропустил Жека? Да пока ничего, мы Ивара убили, представляешь? Ивар оказался предателем, господи.
А, показать здание рядом, в смысле? А, задание. Не бойся. Да ничего страшного, не волнуйся. Это дополнительное задание, зря я его взял. Я про не из-за чего, ведь просто ты идешь нафиг. Просто потому, да, и люди более агрессивны на этом сайте. А вот почему так? Я встречал подобную тему, но... Тебе не больно править лодкой? Нет, не бойся. Подожди. Меня утомляет лишь... Почему так происходит? Напряжение. Я не знаю. Бать, спойлеры мне. Я чересчур быстро устаю. О, спасибо большое. Ты меня покатаешь, лошадка. Спасибо. Блин, Гор, вот скоро, уже через 18 дней, выходит сериал «Один из нас». Возможно, эта экранизация игры будет лучше, чем Silent Hill, хотя вряд ли. Надеюсь, что лучше будет. Надеюсь. Хорошо, спасибо. Вот счастье-то. Так, я могу, знаешь, что сделать? Я могу нажать на Z и на E. О, подожди. Это мы соберем. Спасибо большое. Да зачем ты пригнулся? Не пугай меня так. Что ж, подожду. Прости за шутку. Позапрошлое, какао, возьми, выдели, скопируй, ставь. Я просто разговаривал по телефону, ты отправил, я сейчас его не найду, сообщений очень много. Вот, я обязательно его прочту. Просто я сейчас пока буду искать, кто-нибудь другой напишет, и все, и мы пропали. Помогает собраться силами. Да, я понял тебя. Это дополнительное задание мы взяли. Блин, наконец, а мы должны были брать дополнительное задание. Мы должны были взять... что мы должны были взять? Мы должны были взять вот эту новенькую клавиатуру. Ты посмотри, какая она прикольная. И всего лишь навсего 200 шекелей. Они еще и диск дали, прикинь. Диск, куда, блин, я его вставлю? У меня нет дисковода. Эти времена прошли. Не, лучше Silent Hill экранизации никто никогда не слышит. Silent Hill лучшая экранизация, это факт. Да подожди, ты куда ты заглядываешь, кидаю степ, лечу прям вверх. На красный свет убил их всех. Чтобы совершить прыжок веры, башки, нужно положиться на высшую силу. Я прохожу в тоннеле света. Это откуда? На себя самого. Поверь, что смерть придет лишь в тот миг, когда ты будешь к ней готов. Прими это и забудь страх. Так, давай, ты поменьше болтай, давай уже выполнять задание, блин. Все, я знаю, нам надо сюда подойти, да? Я угадал? Как тебя зовут? Ты кто вообще такой? Эйвор? Эйвор — это мы. А, Хайсам, да, точно, Хайтавр. Мы уже у Хайтавр. Шекель? Простите, ладно, рублей. 200 с чем-то рублей, ты представляешь, на этой клавиатуре? И, ну, она реально качественная. Тут даже не нарисован, где есть болтик, шурупчик, хоть что-нибудь. И кнопочки вот эти вот смайлики, они не напечатаны. Они, прикинь, они... В смысле, они не приклеены, они напечатаны. Стрима будет в субботу и воскресенье. Просто суббота — последний день до Нового года. А воскресенье будущее высыпаться будешь... Да, воскресенье у нас навряд ли будет. А в субботу, конечно же, обязательно, обижающий. Куда? Ну ты, блин, достал. Давай побыстрее немного идем, да? Вот, завтра стримчанский будет, но коротенький, наверное, по НЦ. А вот уже после, и послезавтра. Да. Хотя завтра у нас не должен был быть стримчанский, но у нас времени мало остался. Ну что, успел пройти до Нового года? Ай, настоящий блокер, ай-яй-яй-яй-яй. А что ты думаешь, не сможем? Я же не говорю на 100%, мы должны пройти сюжетку. Пропустил, простите. Да, люди чают моты. Этим контентом первым, слишком много хотят от Айми. То они жалуются на... Уверуй, что слишком мало локаций в трилогии, а то в старых был дофига, а тут мне мало. Блин, на самом деле, сюда. Вот знаешь, да. Я вот вспоминаю свое прошлое и говорю, реально, они... Спасибо, а я и сами виноваты. Они стой! Сделали так, что люди... И смотри. Да, блядь, не перебивай меня, дай нормальному человеку говорить. Я начинаю говорить, ты одновременно со мной разговариваешь. Они сделали игру такой, что люди с жиру уже бесятся. Все есть в игре. Зачем еще что-то добавлять? Ну так сюжетку не успеешь, еще стримов 5 точно. Серьезно, мое прочитай, пожалуйста. Мое сообщение сверху, пожалуйста. Кидаю степ, лечу. Я уже прочитал его. Прочитал. Так, кидаю степ. Ну что, успел пройти до Нового года? Все, я все прочитал. Еще стримов 5, и я все. Крутая лягуха, ты чем слушаешь, блин? Я тут такой рычанский замутил. Хайтавр! Ой, дебил! Ой, идиот, кусок! Кстати, когда в ДС обсудим Фазму? Совсем свихнулся. Ты же ранен. Первого числа нас точно не будет? В смысле свихнулся? Да я тебя умоляю. Первого числа нас не будет, наверное, обсудим на следующей неделе. Ой, ну да, да, после Нового года. Там второй, третий. Смесь безумия и силы поборола. Да нормально, не так уж и высоко. Я прыгаю сейчас больше. Теперь ясно. Спасибо. Кто этот прекрасный человек, а? Рудик, Рудик, у меня для тебя хорошая новость, братан, отличная новость. Я тоже с вами сразу. Я попробую VR-очка, надеюсь. Всем. Спасибо. Насколько мне известно, это обряд посвящения, который верит. Блин, я пропустил, да что ж такое, а?
Привет, Root Freedom, у меня для тебя офигительная новость. Их вообще не смущает, что их контента на этих локациях стало гораздо больше, чем в старых частей. Да и у старых частей локации были маленькие. Блин, знаешь, наверное, все-таки им стоило бы делать поменьше контента, но... больше внимания к наимельчайшим деталям. На следующей неделе обсудим уже. На следующей надо идти, а не обсуждать. Идти, обсудим и сразу пойдем. Интересный факт. В фильме Silent Hill в сцене, когда Роза Красная моя, едет в Silent Hill на радио, играет песня, которую также играл на радио в игре Silent Hill 3. Прикольно. Да я твой, блядь, флаг партии готов. Конечно! Конечно! Я после стрима обязательно сверну игру. Просто я сейчас не могу свернуть игру, потому что она капец как лагучая становится. Я обязательно сверну и покажу тебе. Я не знаю, надеюсь, что я тебя правильно понял. Если неправильно понял, мы прямо во время стрима быстренько все исправим. Так будет, так сказать, намного продуктивнее. Окей, нужно найти еще одного. Лаки у тебя собака няшная. Очень классная. Сам Лаки няшный. Саня, Вася. В трилогии как раз они в этом и делают акцент. Да, согласен. Не на количестве, а на качестве. А то старые части были коридор. Да. С тобой полностью согласен. Пора посмотрим, кто он такой? Кто лучше? Где? Саня, конечно. Ничто не происходит без его ведома. Давай еще насрать уже. Опа, погоди, это что за терпило вообще такой? А ты получай! Вот так вот, блин. Все, ты меня достал, чувак. Просто отдай мне что-нибудь, и я пошел отсюда, ладно? У меня тут миссия. Марк поздно играет, так что вот его звать не знаю. Ну, посмотрим. Может быть, он и не поздно поиграет. Кстати, с наступающим всех спасибо, Эбби, взаимно. Максим дал мне одно задание. Еще будет один вопрос. Когда будем разыгрывать Atomic Heart? До НГ или после? Кстати, с наступающим всех спасибо. Найти и устранить членов Ордена Древних. Если объединим усилия, древних фактов. Да, и на этом сайте большинство это пираты. Какой ужас. Пропустил. Простите, именно мне тогда так. Тебе еще звонить начать придется. И диктовать изменения. Но я не против, могу и за это заплатить. Да не, братан, ты что, какие деньги? Мы же с тобой друзья, да? Друзья, не, ну я не против, конечно. Было бы неплохо. Можно, блин, звонить. Там надо будет все перенастраивать. Какой геморрой. Если что, мы просто, знаешь, что сделаем? Если что, попробуем, короче. Попробуем на словах, окей? Гор Реда всегда будет продавать новые вещи. Там написано через дня... Через 4 дня смена. Я увидел, там было написано 20 часов с лишним. Этих чуваков мне надо завалить, да? Вигмунд побежден. Ха! Победа одержана. Посох. А в смысле, это еще столько народу надо, что ли? Ёб твою мать. Кто любит Саню, напишите в чат. Саню мы любим. Мы любим все Саню. Саню, one love. Так, поговорить новый союз. Доступна новая территория. Спасибо. А где же эта штука? Которая увеличивает нашу верфь и делает... А, наверное, вот этот кожевных дел мастер, да? Это к вам мне надо было подойти? Здравствуйте. Как увеличить? Я забыл, да. Честно. Мы что ты продаешь, друг мой? Сами не предали. Знаю. Предадим. Жаль, что я не смог проводить его. Верно. Ничего страшного, все нормально. Лучший способ почтить его память. Вот 100% вдруг после руки. Фильма ты захочешь ладно. Пройти игру. Возможно. Тебе Марка звать будем? Нужно, просто да? Он поздно играет. Да? Да. Ну, будем, я думаю, он согласится. Посмотрим. А слушай, если вдруг меня придется... Подожди, придется... Вдруг менять придется, то, может, запустим мини-стрим изменения флага русского... Блин, не знаю, у нас сегодня 2 стрима будет. Ну, посмотрим. И вроде я тебя правильно понял. Я хочу посмотреть твои товары. А как улучшать нашу гавань? Я забыл. Простите, это нервное. Так... Норвежский топор. Топор Варина. Я вот не знаю. А наш это как? А, это наш. У нас слева топор, а он продает справа, что ли? Бля. Чуваки, а ну-ка подскажите мне. Цепь. Железная звезда. А, это улучшение. Повысить качество. Семен Семенович. Я взял. У меня что есть? У меня есть супер... А почему я не могу? Могу ее улучшить. Вот. Да, 59, а у этой штуки 75. Вообще топорик можно было бы улучшить, да? Почему в чате никто не любит Санька? Я люблю. Эх, что такое эх? Гор в меню нажми стопе, и там будет бесплатная вещь из сетевого магазина. Выпадет рандом. Окей, Дарклорд, где ты был раньше, Дарклорд? Где ты был раньше, а?
Ты же, кстати, измерял именно флаг марковского полка, который я тебе сказал. Да, конечно, пропустил, простите. Да, и на этом сайте больше пиратов. Все, братан, я это все вроде бы как читал. Больше ничего. Сейчас чат. Да, и на этом сайте. Да, больше ничего нет, я не тебе знаю. Тебе это простите. Нужно? Да подожди ты, что мне нужно? А сколько это все стоит вообще? Где тут ценник? Я вижу 2 золотых, 3 серебряных и 0 золотых. Понятно. Изменял, да? Да. Так, короче, давай возьмем вот эту гилпика. Она нормально, нормально. Теперь это крутая штука. Копье Катфарха. Хочу себе... Оно мне понравилось. Оно очень быстрое. Скорость у него 56. Но сейчас мы его еще улучшим. Еще... О, можно еще улучшить? Нифига себе, конец. А я могу? Новая ячейка для урны. Руны, простите. А что такое? Все. А, цена 3 золотых. А у меня еще золотых нету совсем, да? Пир пиратов. Хотя на сайте пиратов там вообще, кажется, сообщение проверяется. Прикольно. Я вот однажды написал, что там вирус... А мне мудро ответил, значит, у тебя антивирус херня. Да, я знаю, какой у тебя, но он херня гениальный. Да, я не знаю, какой у тебя, но у тебя херня гениальный, прикольно. Прости, что снова спрашиваю, но ты подписался на каталчик. Нет, крутая лягуха, я забыл, прости меня, я буду плакать, должна теперь увидеться. Да, теперь увиделась. А может быть, он определил это, знаешь, каким образом? Когда узнал, что у тебя показал, что это вирус. Вот, поэтому он назвал это херней. Да ебаный ты в рот. Мне, короче, надо отойти уборку доделать. Хорошо, хорошо, уборка самое главное. Маска нет, я больше ничего не хочу. Спасибо, мне, в принципе, всего хватит. Битва ждет. Ладно, Гор, тебя. Пойду я, возможно, приду, хотя вряд ли. Так как дальше будет Хитман, а не гей. Ладно, пока, Гор, целую, обнимаю за щечки, тискаю. Будь богачом. Спасибо, братан. Чем ты занимаешься? Мне пора. Так, удачи. Мне куда там надо было до зайти еще пойду. Разок? Дарклорд, Гор Реда всегда будет продавать. Гор в меню. А, подожди ты. Гор в меню, нажми стопе, и там будет бесплатная вещь из сетевого магазина. Выпадает рандом. А куда надо нажать? На стопе? На каком, блин, стопе? Дарклорд, куда? И я, когда вижу твой стрим, всегда покупаю вкусняхи. И сегодня у меня маршмеллоу. Ты кофе не пьешь, да? Так, может быть, магазин? Нажмите анимус. Эксклюзивное предложение бесплатно. А-а-а, вот оно что. Ежедневный подарки. Да ты каждый день подарки, я не знал. Там не было вируса, просто там дохрена реклама, которая закачала мне вирус. А-а-а, вон оно что. Посмотри, ежедневный получите. Спасибо. Это что там? Ампираж. Оро! Поздравляем, Рауфари. Что это такое? Возможно, вам понравится набор для персонажей Десенитей. Да, конечно. Сегодня какао с маршмеллоу. Какао. Обожаю. Ладно, если ты позвонишь мне, я после стрима напишу. Моня. Я так дочку называю Моня. Так, посмотрим, что это за орудие такое. Ну, вроде бы оно крутое. Осторожно, подожди. Да не свисти, ты денег не будет. А как увеличивать нашу базуку? Так, навыки, предметы. И теперь смотрим, что у нас есть. У нас есть это оружие. И какая-то же 60. А блин, а посмотри, скоро 60. Зачем я потратил деньги на это? Оглуши 74. Да это супер крутая вещь. Пустая ячейка, конечно. И конечно же мы ее улучшим. Раз, два. Ну-ка, давай улучшай. Еще давай улучшай. Вот, еще, блин, мы теперь будем непобедимы. Мы теперь с тобой... Спасибо, 430 уже не хватает. Мы с тобой непобедимы, ты понимаешь? Недостаточно рун, а это все потому, что руны здесь у нас находятся. Сейчас мы должны их снять. А, так, а как снять отсюда? А, сорт получения убрать из ячейки. Экзюпери. Все, мы убрали. Сейчас сюда теперь. Защита, блин, выбрать руны. Вот, руны, убрать, до свидания. И поставим сюда руночки, наши руночки, конечно. Недоступных рун. А, там еще какие-то специальные руны должны. А, пустая ячейка для руны. А. И что, непонятно? Ладно. Короче, у нас супер оглушение 101, скорость 60, атака 94. Самое мощное оружие, которое у нас когда-либо было в этой игре.
Если ты позволишь, на том сайте игры взламывают. Игры взламывают и не только. Но не все равно никто не, блин, не может взломать Денуба. Походу только Эмпресс на это способна. Вот интересно, ты веришь, что это девушка? Mortal Shell, ты будешь проходить Mortal Shell. Это который Эпик раздавал бесплатно, да? Так, у меня теперь есть супер клинок. Неплохо, я тебе скажу. Правда неплохо. Так, как улучшить нашу базу? Кажется, это вот здесь, да? Да, точно. Казармы. Построить. Построить. Конечно, мы построим казармы. Тут такая будет казарма, самая лучшая казарма в нашем регионе. Да, скорее всего, да, потому что она меня заинтриговала. Заинтриговала, но не знаю. Надеюсь, что она хорошая. Ну, вроде как неплохая, тем более стоит 1300, ни хера себе. Это как бы не дешево, тут на халяву дали, спасибо им большое. Ravenstrop, деревня. Просто посмотрел учетную запись. Естественно, я добавил, я вчера написал в сообществе, типа, чуваки, быстрее забегайте, разбирайте игры. А слава выросла. Так, дом картографа, дом скотоводцев. А, надо в этот дом еще побежать, да, улучшить? Так, больше воинов. А нахер не нужны эти больше воинов, если честно. Еще да нормально, не сыкуй. Так можно или нет? Мы после стрима должны рассмотреть один флаг. Ну, посмотрим, не знаю, смотря во сколько закончим. Ну, этот человек продажный. Надо еще 1000 баксов дать, и тогда узнаем, какой пол у эмпресса. Ну, блин, но все равно круто, что он может взламывать, ты понимаешь? Может. Это очень круто. Ну, что будешь проходить? Скорее всего, да. Скорее да, чем нет. Так, построим, конечно. Дом картографа. А, мне нужно на корабль. А зачем мне нужно на корабль? Где-то еще там конюшни должны быть. Строительство завершено. Дом картографа. Так, деревня. И что теперь мы можем делать? Спасибо тебе за это. Пожалуйста, пожалуйста, вы, дорогой мой друг. Подожди, осторожно. Скорее всего, будем проходить. Больше да, чем нет. Это чей дом? Взаимодействие. Так, дом скотовод. Не хватает все, все. А дом семьи, который разводит скот, задание улучшает эффект пира. Понятно. Нам нужно устроить какой-нибудь набег, чтобы улучшить дальше вот эту вот всю ерунду. Но, подожди-ка. А где, например, конюшню улучшать? Дело павшего, это не то. Короче, все понятно. Мне нужен, знаешь что, мне нужны задания. Мне нужны срочно задания. Грядущее восстание. Грядущее восстание. Найдите Сигурда и поговорите с ним. Да что ты будешь делать? Ты сколько? Одно и то же. Приходится 1 миллиард лет ждать, чтобы кто-то дал ей 500 баксов. С такими ценами можно несколько раз игру купить, которую хочешь, чтобы она взломала. А представляешь, если бы все игроки, например, договорились и просто ей скинулись. Или ему. Господи, что у этого парня с ногой? Вот так вот взяли, скинулись и купили всем игру. Вот надо создать сайт, типа копим игру. Как его зовут, ты говоришь? Ждать, чтобы едали. Ну ладно, я короче. Рада тебя видеть. Я не вижу, как его зовут, простите. Так, Эйвор, меня рада видеть. Спасибо тебе большое. Но нам куда надо отправиться? 2000 километров. 2000 метров, точнее. Далековато, далековато. Но, слава богу, здесь есть. Серьезно? А здесь нет? Ни хрена себе. В этих землях мы еще никогда не были. Это, скорее всего, что-то вроде пустынь. А ну-ка дай-ка посмотреть на фотографию твою. Неплохо. Ты заметил, что ночные фотографии одни из самых красивых? У тебя микрофон лагает. Серьезно? Сильно, да? Слушай, скоро будет поцелуй ВБО. Кто такой поцелуй ВБО? Возможно, иногда будет подлагивать, но не факт. Может быть, носок надо. Все, теперь не будет. Надеюсь. Рыбка. Здесь можно ловить рыбу. Представляешь? А вот чтобы ловить рыбу, нужно прокачать. Так, теперь сюда. Все, поехали. В рус-обществе это точно нереально. В английском реально, но там люди более обеспечены, поэтому и не пиратят. Да нет, вот смотри, например, я готов скинуться. Вот, допустим, нас было бы 500 человек. Это реально. Создать какое-нибудь сообщество. 500 человек, всего лишь навсего. По 1 баксу скинуться и игру зальют в интернет. И я как бы не против. Но я против, знаешь, чего, например... Блин, ну тоже, с одной стороны, так подумать, в принципе, ничего страшного, если игру зальют в сеть. Если ты настоящий любитель этой игры, и игра не завышена в цене, то, в принципе, ее поддержат, если разработчики не жадные. Привет, город, чат, Владик, привет! Теперь норм, отлично! Я не знаю, что из-за чего это было, но это очень хорошая новость, спасибо. Так, теперь...
автоматическая хрень нормально едет. Во, по пути возможно для набега. Короче, по пути мы сейчас набег сделаем небольшой. Потом птицу откроем. А уже потом поедем выполнять задание, окей? Я думаю, нормально. Вот это планчик, вот это да. Синдикат, посмотри, синдикат. Так, сейчас, секунду. Что у нас там? Лягуха, привет. Осталось совсем немного. Мы почти... А давай попробуем, знаешь, что сделать? А если мы одни... Нет, одним нереальный долг будет. Вот классно они сделали. Как... Вот говорят, что Ubisoft лохи, да? Ну, ты посмотри, как они классно сделали. Блин, как это реалистично. Возможно, такого не было в те времена. А может быть и было, но это было все как-то долго. Ну как это круто смотрится. Как это придает реализм игре. Я не могу. Я вот только Hitman купил. Ведь эту игру я реально хотел купить. Понимай, и купил. Просто те игры, которые ты не хочешь покупать, просто чтобы пройти и все. Ты знаешь, есть такое. Есть такой. Вот Hitman я всегда покупаю с того момента, как я начал вообще покупать игры. Вот я купил первая, наверное, самая первая игра, которую я купил, лицензионная, это был Absolution, вроде бы, ну, я точно не уверен. Но я покупать начал игры как раз-таки с того времени, не потому что я был маленький, а потому что у нас просто не было как бы лицензионных игр в общем-то. А потом, со временем, я начал понимать, что, в принципе, я уже рабочий человек, работящий, да, взрослый. И почему бы и нет, почему бы и мне, например, не поддерживать игроделов. Я понимаю, если мой мелкий пойдет и там скачает, потому что я ему денег на игру, возможно, не дам, да. Он скачает с торрентов, но, опять же, это тоже хорошо, если... Ты дурак, что ли? Ты дебил? Автоматическое управление, прикинь, как сработало. С одной стороны, даже если с торрента игру качает, тоже хорошо. Вы, хочешь не хочешь, вы как-то ее развиваете. Вы о ней будете говорить, если она классная. А я на пиратке люблю играть. А, то есть ты хочешь сказать, лицензион настоящие игры ты не любишь играть, да? Любишь на пиратке играть. Пацаны, мы набегаем. Но смотря на симулятор машиниста или Sims, то не хочется их покупать. Блин, ну вот Sims... Знаешь, в чем хорош? Sims хорош тем, что всего лишь навсего одна игра, да? Четвертая часть. Уже сколько лет? Просто дополнения постоянно платные выходят. В принципе, когда я играл последний раз в Sims, там что у нас было? Там просто надо было построить дом, найти работу и как бы жить. И все, в принципе, этого достаточно. Сейчас они там понапридумали всякой фигни, даже можно блогером там стать, господи, прости. Так вот, к чему я это все клоню? Игра создалась хрен знает когда, и они ее дальше продают. Можно, в принципе, можно было ее купить и не заморачиваться больше. Один раз я иду, и все. Оля, какое быстрое убийство! Ты посмотри, этого бородача ужас! Но смотря на симулятор машиниста... Вот симулятор машиниста я что-то не припоминаю. Наверное, я не играл. Пацаны, сильно не поджигаем, потому что нам нужны здесь всякие вкусняшки. А они же не горят, да? Ой, где мой конец? Где мой конец всегда со мной, не придумываю. В этом здании, наверное, всякие ништяки. Я обычно делаю так. Я на телефоне скачиваю взлом только тех игр, которые раньше не проходил. А потом, если тебе игра нравится, то ты покупаешь, да? Это тоже хороший вариант. Потому что игроманы, игроделы нас могут обмануть. Могут сказать, что игра охерительна, но на самом деле полная шляпа. Ой, блин, я подумал, что это Ивор. А это наша принцесса. Точнее, принцесса нашего братика. Спасибо тебе, а теперь это наша тёлочка. Да я опять девчонку зовёшь, тебе не стыдно? А, нет, это уж другой. Нормально. Который раньше проходил. Простите. Получен сокровище. Так, отлично. Теперь мы можем прокачать нашу базуку. Базу. О, припасы, материалы, всё супер. Чувствую себя дикарём. А тут какое-то прям поселение. Да, бля, какое время покажет, я тебя умоляю. Сейчас, подождите, дайте я опять экран настрою нормально. Прям парсек. Чтобы нормально настроить экран, мне нужно стикеры отключить. Первый раз в жизни вижу такую фигню. Как я случайно набрел на эту хрень, я не представляю. Прикинь, полный экран включается, если у меня запущены стикеры. А сейчас работает все, капец. Ну, я видел, там была игра, у которой было больше 200 DLC. Вот такие игры не хочется покупать. Играй же Payday. Или же Payday 2. Там уже DLC, это вся игра. Оружие, миссия. Первый раз такое слышу, если честно. Я не говорю, что ты обманываешь, но честно, 200 DLC? Чего? А еще издевается, что ли? Серьезно?
Это же какой-то ужас. Смотри, как классно в этой игре сделана штучка. А, мы не можем, да? Мелкого бочонка нету. Блин, подожди, тут разве нельзя было разбить дверь? Значит, нет, нельзя, хорошо. Еще признаюсь, я ни разу не покупал игры, хорошая или плохая. Я скачиваю с какого-нибудь торрента. А вот ты мне скажи, тебе сколько лет? Напомни, пожалуйста. Ты наверняка говорил, просто я не помню. Моя твоя не помнит совсем. Так, найдите секунду. Как, короче, ладно. Мы забрали то, что нам нужно было. Пошли отсюда. Хватит грабить. Пускай хоть что-то у них останется на их базе. Но вот этих вот лошпенделев можно завалить, да? О, прости, это было так ужасно. Прости меня, прости меня, прости меня. Я хочу посмотреть на свой новый песос. Ора, какой мощный, отличная штука. На ютубе где-то видел, может быть, меньше 200. Но все равно это огромная цифра. Это громадная цифра. Честно, мне очень жаль любителей игры этой, которые, скорее всего... А, это знаешь, что за игра? Я помню, короче, один человек... О, господи, я ударил его по плечу, а у него руки отлетели. Ты дурак, ты что там делаешь? Бля, извращенец, посмотри на него. Короче, я вспомнил, что за игра. Это Warcraft, кажется, и мобильная версия. Там огромное количество денег надо потратить, чтобы пройти игру на 100%. Точнее, не пройти игру на 100%, а чтобы купить всяких там ништяков дополнений. Кажется, это Warcraft. Так, у Sims 4 цена просто запредельная в Стиме, если со всеми DLC. Да-да, вот именно, смотри, что тебе нужно. Вот честно, для Sim, вот если я буду играть в Sims когда-нибудь, да? А, в принципе, иногда хочется, вот честно тебе скажу. Хочется построить свою любовь, точнее, свой дом. Дом своей мечты, который ты не построишь наверняка никогда в своей жизни. Хоть в такой виртуальной жизни. А вот когда Sims, да, VR выпустят, так это вообще красота будет. Можешь зайти и посидеть. Садишься на кресло, да? На свой стульчик старый, уже поломный. А ты сидишь там на каком-нибудь крутом кресле. Ой, вообще. А когда дополнительную реальность сделают в Sims, ты прикинь, включаешь... Блин, VR, прикинь, ты включаешь там телек, а там какая-то передача идет. Оля, какая идея, офигеть. Но есть игра как Fallout, она бесплатная. Но для платины плати. Вот опять же... Кто, кому что надо от этой жизни? Кому нужна платина, кому не нужна платина? Я, если честно, удивился, что некоторые задрачиваются, играют игры, проходя до платины. Сегодня правда будет Hitman. Крутая лягуха, да, скорее всего, сегодня будет Hitman, потому что мы тоже должны его пройти до Нового года, но я не верю в это. Не верю, потому что там все очень печально и все очень сложно. Так, скоро Борисовна Дарья. Блин, мы что, одну миссию только успеем пройти, да? О, какая печальная новость. Что же теперь будет со мной? Потому что до 9 мы еще должны успеть съесть наивкуснейшую пиццу от моей вайф. А зачем тебе мой возраст? А я просто хотел сказать, что если ты, например, маленькой, на земле безжалостно маленькой, жил-добыл человек маленькой, у него была работа маленькая. И маленький по размерам портфель. Но однажды, казалось бы, прекрасным утром, в окошко к нему постучалась, а нет, вот так, казалось бы, маленькая война. Автомат ему выдали маленькой. Шинель, блин, я забыл. Классное стихотворение, очень хорошее стихотворение, но я забыл, простите. О, накинуть капюшон? Да, я понял. Выйди отсюда. Ой, да выходи быстрее, иначе заметят. Короче, возраст я хотел оправдать то, почему ты не покупаешь никогда игры. Я не понял, так зачем? Я сам не понял. Да, подожди, куда мне надо идти? Найдите Сигурда. А что это мы... Подожди, Сигурд это же наш брат, да? Он сейчас узнает, что мы его жену того-того. И все, и скажет, да а пошел бы ты нахер, мой друг. И все, и не будет у нас больше браться. Ага, все, вижу, спасибо. В этом домике, значит, понятно. Казино, казино Рояль. А почему он здесь и почему мне надо скрывать мое лицо? Ну, мне 10, тогда это все объясняет, крутая лягуха. Тогда ничего страшного, что ты не вот покупаешь игры. Я на месте. Я по-любому в трактире. Опа, а тут вояки сидят, да? Как по мне, болезней псалмы. И что делать? 9 раз, если хвоть тяжкая. Так, можно попробовать зайти в ту дверь, но я сейчас попробую найти какой-нибудь обходной путь. Окошко можно зайти, да? О, можно, отлично. Привет, братец, ты где?
братец. О, тихо. Сигурда и что делать? Ну хорошо, давай, поехали. А, здравствуйте, кто-то из посетителей видел вашего братца? Вот, например, вот спрошу этих чуваков. Никто не видел? Здоровяк. Я вот в VR-клубе был, и есть дохрена игр, но у них был... Так, не было Хитмана. Они такие игры, только VR. И я так и игр VR поддерживаю. Походу, у них исключительно VR-игры. А для меня мало интересных игр VR. Знаешь, я очень хочу пройти... Half-Life, Elix, Apex, Mapix. Ну ты понял, да? Вот, она очень прикольная. И вот жалко, в Хитмане нету такого VR. Прикинь, если бы он был. Блин, какой кайф. Хватит с меня, а не охренели, я сейчас твой трактир, знаешь, что сделаю? Взорву его, подожгу. Здорового северянина. Нормально разговаривай, смотри, кто перед тобой, мужчина викинг, да? Мы говорили с Теном Гедриком, но тут явились люди Идвин. Началась драка. Твой брат и его загорелый дружок сбежали. А вот загорелый дружок. Прикольно. Его здесь очень любят. Ну и слава богу. Куда пошел мой брат? Мой брат. Как сильно ты хочешь это знать? Я очень хочу сделать. Ты типа денег у меня, что ли, просто? Слушай, сучка, там денег мне с меня хочется драть. И я позову на помощь. Я тебя сейчас позову на помощь. Так, я заплачу 130. Воины тебе не помогут. Че, давайте подеремся, а? Ты ведь честная женщина. А, да ладно, подожди-ка. Ты уважаешь Гедрика. А так погоди-ка. Он говорил с моим братом, потому что причался о благе этого Шира. Думаю, ты тоже хочешь, чтобы Оксенфорд Шир и впредь решал свою судьбу сам и готова защищать деревню. Старая ассасина больше нельзя купить в Стиме. Типа черный флаг и изгой. Дарклорд, ну можно купить на платиру. Правда, там ценники сейчас повысили. Либо лучше, знаешь, как выгоднее сделать? Лучше зайти в Киви. Так, понятно. Крики, хорошо. Спасибо. Да не пиздуй ты, блядь, спрятай. Сейчас ты сама спрячешься там. Короче, а можно зайти через Киви кошелек? О, да! Сигурд и Казахстан, и все. Они недалеко. Поищу их у реки. Ой-ой-ой, солдат, тихо. Погоди. Что видишь? Ага, вижу, в каком сарае. Потом возвращаюсь, они говорили, что купят Хитман. А нихера они не купили, я вот хочу поиграть, да, и это было бы классно. Но нет, в итоге играл в паркур. А потом изготовить табак, но не спались. И еще, там игра, если не двигаешься, то время не идет. Ой, прикольно. Не, вообще там, вообще на самом деле очень много разных игр. Подманить пьяницу. Нет, он мне не нужен. По запаху сарай срыв. Наконец-то я закончил эту уборку. Спрятаться. Да, согласен. Не дюжа царю убираться. Царевич, простите. Вот, осталось стриму совсем недолго, братан. Я тебе покажу, что я сделал. Надеюсь, то, что надо было. Сигурд, привет. Прости, Сигурджан. Прости, я не хотел ее трахнуть. Тебе прости. Чуть брюхо не вспороли, брат Волка. Ты что дергаешься, братец? На тебя не похоже. Нас разыскивает половина Шира. Мог бы и заметить. Ты поэтому не вернулся? Играешь в прятки с воинами Мерсии? Твой брат очень занят, Эйвор. На него навалились дела. Mm-hmm. Так, что ты делаешь здесь? Так, давай так. Давай так. Рад снова видеть тебя, Басим. Хоть тебе и не удалось направить моего брата к цели. Не мне водить его за поводье, словно кобылу. За поводье. Вот именно. Брат, нам нужно искать союзников. А он пусть вернется в свой загон и не путается под ногами. О боги, Эйвор, я так рад, что ты с нами. К слову, о союзах мы делаем успехи. Тен по имени Гедрик поклялся мне в верности. Слышал о нем. Трактирщица так... Муж леди Идвин был элдерменом, это неинтересно. Но погиб в сражении с армией Гутрума. Идвин поклялась отомстить данам, лишившим ее всего, что у нее было. И вы решили дать ей отпор, поддержать... Верь мне, Эйвор. Пара сотен саксов с вилами и ножами пугающие. Боги! Естественно, они же ненормальные все. Бедняки, каждый может стать чем-то большим. Да.
Особенно если морить голодом. Недоступно для средних умов. Чтобы если вдруг что-то не так будет. Если что, когда в конце или после... Давай в конце стрима. Прямо во время стрима, чтобы ты видел. Мне надо все перенастроить. Позвонить нам вряд ли получится. Они сейчас поцелуются, что ли? Нихрена себе, у него брат какой высокий. Ты что такой большой, а? Нужно действовать. Это я писал, как я разные заходы VR играл. Подожди. А, ну там в Payday пытался понять, но это не мое вообще. Потом фу-фу-ла. Есть, нифига себе. Но только зашла симулятор работы и CSGO, но VR... CSGO есть VR? Ты сейчас серьезно? Доберитесь до длинного дома Бекингема. Не говори, что Басим втянул тебя в свои дела. Больше не веришь в меня, Эйвор? Я внял мудрости Басима, но он следует за мной. Всегда. Он из тех, короче, Басим типа мусульманин и... Басиму присуща скрытность. Но также мудрость и честь. А, Басим, это типа очередной ассасин. Но я круче ассасин, братан. Я вальгелист. Я викинг-ассасин. Я мало того, что я стал скрытым, так я еще и мощный. Наши узы крепче боевого топора. Да, есть. Мармок в него уже играл. А она новая или старая? Не, ну у Мармока там вообще прям ништяков VR. Извини. Извини, прости, прости меня, прости, мне нужны были очки. Но Басим очень прозорлив. Он смог разглядеть мудрость в чертах. 130 метров. Слышал голоса моих предков и... У Гора нет последнего DLC, их три. Блин. Жаль. Ну ничего страшного, ладно. А его типа купить надо? А я эту игру вообще купил за 600 рублей в том году. Типа со скидочкой. Кто-то заметил. Кто-то заметил, что мы его убили. Ну конечно, обычные люди. И смотри, военные, военные такие, ора, надо пойти посмотреть, кто там наших парней решает, я не понял. Кстати, может, VR-стримы будешь постепенно начинать? А мы уже пробовали, мы же запускали VR, но у меня видеокарта, скорее всего, не потянула, я не знаю. Вот, если получится прикупить, не хватает прям немного. Я добавлю просто свою большую сумму, и немного не хватает. Но ничего страшного. Как-нибудь. Не получилось тебя завалить. Прости. Так, отпор, молодец. Ну красавчик, братан, ну ты реально мой братан. Мы с тобой просто одно единое целое. А понятно, здесь уже можно сильно не париться. А можно открыть дверь? Да, с той стороны, да легко. Мне интересно, с каким ты ютубером дружишь? Марк, наверное, если это можно назвать дружбой, тогда Марк. О, блин, блин, а так нет. Мармоку писал, он не ответил. Серьезно писал, да? Мне просто кое-что надо было от него. По-соседски. Он сказал, пошел нахер, блядь. Мы задрали уже. Так, с другой стороны, это с какой стороны мне зайти надо? Бекингем. Дворец Бекингема. Может быть, с этой? Может быть, с торца? Хочешь запутать человека, скажи, что вход находится с торца здания. Открыть силы. А, как там, Игорь? Игорь, не Игорь, а Сигурд, иди помоги мне, братан. Да ёпта, да что вы, блядь, издеваетесь, что ли? Нихера себе, у него копье, да что ты делаешь, а? Ненормально, что ли? Стой, погоди, все нормально, все хорошо. Бог любит меня! Бог любит троицу. Да ты, блядь, посмотри, какой извращенец. Мама. Кстати, я себе на ДР захотел игровой стол от Co-Cogger, модель Mars, но мало того, что карбоновый, так еще и широкий, да вообще он лучший в мире. Карбоновый стол, нихера, а сколько он дорогой? Уйди отсюда, шакал. Вот так вот получается. Попадла. Прошлое пропустил. Просто... Это я описал, как я в разные игры VR... О май гарбл. Так. Опять что ли не получит? Да что такое? Что с сообщением на ютубе происходит? А подожди. Не торопись. С двух сторон? Да, я не против, как бы, да. Я не против. Куча народу пришлось перебить. В пределах 40 тысяч. Да, действительно, наверняка лучший в мире. Карбоновый, прикинь, какой он приятный на ощупь. Бля, ты посмотри, красота какая. Уничтожить! Финишитен! За мной, брат! Отлично! Красавчик ты мой, молодец! Так, могу зайти? Или пока нет? Уйди отсюда. Сейчас поищу Джим Прайс, подожди, прошлое пропустил. Это я описал, но там в Payday, да нет, все, открыть силы. Да, короче, не получается. А, ну конечно же, не получится, надо сначала всех этих извращенцев завалить, а потом уже получится. А ну подожди, не торопись, я уже старенький, я нихера не вижу, нормально.
И реакции нет такой, как у кошки раньше. Хо, ты что думаешь, что я к тебе просто так подойду? А почему ты топор взял? Я не понял. Идем. А, все нормально. Мы выбьем. Все хорошо. Фу, я аж испугался. А еще у него РГБ-подсветка. Честно, мне так смешно было, когда мы выбирали мне детали на компьютер. Идите, помогите мне кто-нибудь. Мы выбирали детали мне на компьютер, которые светятся, а у меня корпус вообще без стенок. Точнее, со стенками. А стеклянной стенки нету. Глухой, зачем мне надо, чтобы он светился? Я что, дебил? Что происходит? Что такое? Что я делал не так? Ты сейчас играешь, как я в RDR 2. Убил одного, в итоге другого надо убить. Залез на вышку, устроил резню. А как еще? Они меня все заметили. Так, что-то я делаю не то. Мои друзья должны здесь появиться, да? Эй, подойди-ка сюда. Так. И никого... А, вот, вот, теперь скрипт сработал, да? Сигурд! Отлично. Убей эту дрянь! Что такое? Подождите. Подожди, Гедрик же... Гедрик — предатель. Его ждет суд. Как и других Тенов-изменников. Ты предала нас, Идвин! Зовешь Альфреда, просишь Уэссекс прислать. А ну-ка, тут надо немного повнимательно. Мне, конечно, подсветка нахуй не сдалась. Но она в комплекте, пускай бы. Да, да. Я один не справлюсь. Да, прикинь. Закрой рот, Гедрик. Это можно было смотреть на это бесконечно. Продаешь шир Уэссексу и грязному мерзавцу Альфреду. Не выйдет. Альфред? Решим дело миром. В каком праву ты команду? Вот, кстати, да. Какого хера этот облезл команду, я не пойму. Немедленно уходи, и тебе не причинят вреда. Ах ты лживый язычник. Вонючая куча дерьма. Леди. Нихера себе. Советую выбирать выражение. Ибо перед тобой будущий властитель всей Англии. Сигурд из клана Ворона. Сложите оружие. Отпустите, да, моего друга, его жену пекать, и целуйте, брат, мне ноги. Второй раз повторять не стану. Прикольно, тебе нравится. Может, лучше поцелуешь меня взад? Да почему бы и нет, ты же женщина. Разговор окончен, займитесь ими. Опа. А почему этот в центре такой высокий, а? Хорошо, спасибо. Почему этот в центре такой большой? И какой-то он шоколадного цвета немного. Что за безумие здесь творится? Действительно безумие. Это безумие, братан. А у него еще какой-то флагшток, ты прикинь. Стой, 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 быстрее, 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 беги. Успел, красавчик. У него гигантизм, есть такая болезнь. Да, у моего знакомого такая офигенная. Ну, не знакомую, я просто знаю, здесь недалеко от нас живет. Оу, осторожно! Он таким высоким стал, больше 2 метров, капец. Молодой пацан резко пошел. Всегда был среднего возраста, роста, а потом резко, бац, и все. Ты что, твою мать? Баскетболом зато занялся. О, вижу сообщение. И я просто залезал на вышку. В итоге из-за этого на меня обозлились охранники, ну и я их нейтрализовал вместе со служителем закона. Так, ты сейчас играешь, как я в RDR. А, я думаю, ты про что? Все, я понял. Обозлили охрану, но я их нейтрализовал вместе со служителем. Блин, прикольно. Блин, как я хотел пройти RDR-ку, а не успелось. Я уже иду. Не успелось, не прошлось. Ты что, успокойся, ты что, дурак, что ли? Ненормальный вообще какой-то. Да подожди, зачем я должен был комбо-удар ему сделать? Осторожно, осторожно, осторожно. Не торопись, все хорошо. Че ты там пыжишься, а? Кто пустил этот дым? А что что происходит? Ух, кстати, дверь открыта, я могу убежать отсюда. Нифига себе. Так, остался самый большой. Братан, может быть, его освободить? Не-не-не, нифига. Так, смотрим. Одна стрела идет сюда, вторая идет ему прямо в ножку. И такой маленький, такой большой, блин! А вы ели вот, вот и посмотри, просто раздавили его. Гедрик, что у него там вкусненького? Надо было развязать меня. Да капец. Это Эйвор, мой могучий брат. Рад встрече. О чем ты думал, Сигурд? Хотел очаровать, согласен, ее своей надеждой на трон? Пророчеством, Эйвор. Не надеждой.
А, типа пророчеств. Ну, конечно, верующие в пророчества. Сколько из этих пророчеств люди погибали, одному Богу известно. Мы спасем твоих друзей. Еще я во второй главе, а Рус Вики крайне бедна. Некоторых миссий нету из РДР 2. Персонажей, куча всего остального. Блин, тебе нужно придумать офигенный псевдоним. У тебя есть на Вики офигенный псевдоним или нет? Он игнорирует, Санька, ему обидно. А что, мне арбуз и утку читать? Как? Их жизни зависят от быстроты твоей речи. К руинам да, в Ли, к юго-западу отсюда, на полпути к Оксенфорду. Эйвор, Басим, по седлам. Басим по седлам. Отлично. Открыт новая область руины Ли. Руин Ли. Динозавр, вот мой серьезно, неплохой, кстати, псевдоним. Вместе, многие подумают, что ты, это скорее всего, уже взрослый дядька, но, с другой стороны, это даже прикольно. Кто она? Но учитывая, что ты умеешь делать... Очень важный союзник. Божья женщина торгует пророчествами и тайными знаниями. Божья женщина. Трудно сказать, что она ты не из тех союзников, которых мы еще ребенок, Сигурд, так сказать. Так, еще не из тех союзников. Да подожди, ты что ты кипишуешь? Что ты кипишуешь? Блин, нет, тут надо на корабле обязательно добираться, потому по-другому никак. Кстати, мы же можем захватить эту деревушку и тоже ее развивать, да? Ты не представляешь, какие открытия. История этого псевдонима интересна. С удовольствием ее прочитаю, если можно. Так, а где мой корабль? Да, все, мой корабль. Все, я вижу мой корабль. Да, как раньше. А ты по своей жене не скучаешь? Ты даже не спросил о ней ничего. Практически везде. Да, вот давай рассказывай. Ты же знаешь, почему Аидгор, да? Вот нам было бы интересно узнать, почему динозавр. И мы бросились на него. Через сколько заканчиваем? И так, сейчас, погоди. Скорее всего, уже скоро. Наверное, что минут 30 еще. Постараемся пройти сколько-нибудь миссий. Давай, поехали. Давай, быстрее. Там. Плыви ты уже, ну, господи, плыть по реке, конечно. Все, поехали. Поднять парус. Оставить управление на Е. Все, поплыли. Тебе типа Т-рекс съел? Когда придет время, расскажу. Она важна для большего замысла. Большего, чем покорение Англии? Нам нужно нечто большее? Терпение, Эйвор. Терпение. Ладно. Оставь себе свои тайны. Но если нас постигнет неудача, они сгинут вместе с тобой. Ты поймешь, когда узнаешь всю правду. Обещаю. Блин, что же он от меня такой скрывает, что... Почему он сейчас этого не говорит? Ну, мама одноклассника говорила на мою маму, что динозавр... Вот откуда корни растут корни. Классника говорила на мою маму, что она типа динозавр. Блин, это как-то обидно. Нет? Руины Ли находятся в юго-западе. Да блин, ты что-то, прикинь. Автопилот в Вальгале очень плохо поворачивает. Я на себя посмотрел и сделал вывод. С возрастом становлюсь более суровее и жестче. Вот представь, а если ты станешь что-то вроде Ивана Грозного? А? Ты думал об этом? Что ты будешь делать с этим? Как ты будешь с этим жить? Или ты не против? Я же говорю, ты когда первый раз мы с тобой созвонились, и ты сделал такое лицо, я испугался, честно. То есть ты уже своим взглядом можешь пугать людей. Это многого стоит. Да, успокойтесь. Не знаю, почему оно запомнилось, но оно запомнилось. Ну и прикольно. С одной стороны, это прикольно. Раз и все, и ты теперь динозавр. Динозавр. Возможно, кто-то подумает, что банально. Да, возможно, банально. Но у этого ника есть предыстория, так что это ни хрена не банально. Опа, а там смотри, что там за народ стоит. Целая свор, ребят, найдите и спасите Тенов. Или нет, или все нормально. Смотрите, сейчас посмотрим, какая-то сектантская херня. Похоже, суд еще идет. А, тут моя суд стена будет, да? Гор, почему ты не микроволновка? Я микроволновка, Samsung. Они собираются казнить пленников. Да и пускай. А, нет, подожди, это же наши друзья. Ну, якобы. Мы их можем спасти. Найдите и спасите Тенов. Сейчас. Освободить пленника 1. Освободить пленника 2. Освободить пленника 3. Ёпта, ни хрена себе. Ни хрена себе. Куда ты побежал? Куда ты куда? Стой, твою мать. Пробуем зайти сзади. Извини, братан. Так, и надо колокол испортить.
Эй, давай ломайся. А что не ломается? А, все, я понял. Все, теперь никто не позвонит. Ах, к вам меня не придет подмога, ты понял? Вот это да. Вот это я молодец. Молодец, сорванец. О, копейщики очень опасные людишки. Так, что надо сделать? Найдите и спасите Тенов. Тихо-тихо, успокойся. Открыть клетку. Пацаны, валите отсюда. У него с топором. Нихера себе. А почему его засунули в клетку с топором? Да в смысле? Там же колокол. Как меня забавит эта игра. Смотри, он побежал бить в колокол, которого нету. Прикинь. Сейчас такой поднимается. What the fuck? А где наш колокол? Что такое, а? Что, нету колокола? Я просто на него упал. Прикинь, и смотри, какой урон. Егор, в каком ты городе? Я не знаю, про кого ты. Ты типа про меня, что ли, Егор, да? А отведите Стэна в безопасное место. Это якобы безопасное место у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привести в чувство. Понял. Надо с ними драться, короче, понятно. Просто так не получится. Хорошо. Братец, ты должен мне помочь. Ёб твою мать, извращенец какой. Сейчас, пацаны, сейчас я все прочеловечаю. Главное, это не сдерживать свои эмоции, а направлять их в нужную сторону. В моем случае их придется направлять на коммунистов. Блин, бедные коммуняги. Не знаю почему, оно запомнит. Так, это я уже прочитал. Да я не встречал пока никого с таким псевдонимом. На форумах или где-то еще. Да, и это очень хорошо. Аидгоров я тоже не встречал. Аида встречал, Горов встречал, Аидгор не встречал. Гор Егор, в каком ты городе проживаешь? I'm... вот, в этом городе. Волгоград. В последнее время очень часто говорят, что нас переименуют. О, черт. Черт, он не припал к моим ногам. Ах ты, извращенец. Уйди отсюда, у меня закончились стрелы. Мне срочно нужны стрелы. Ух ты, ни хрена себе. Ты видел это? Ты видел, что он сделал? А кто здесь? Я хочу в клетку. Пустите меня в клетку, лучше я там останусь. Они меня там точно не достанут. Давай найдем стрелы. А, что такое? Не дали пообедать, ну извините. А почему у тебя нет стрел? А у тебя есть стрелы, причем очень много. Так, только мои друзья, да? Нет, почти что. Отличное оружие. Какое классное оружие мы получили бесплатно. Подожди. Dark Lord, спасибо тебе громаднейшее. Ты нам очень сильно помог. Я думаю, что это будет честно, если ты скажешь. Я свой тебе еще и написал. А ты написал и сразу удалил. Я не видел. Я же сказал Волгоград. 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 Ах ты, сучка. Ах ты, сучка. Ты смотри на этого. Такой маленький. А какой мощный, а? Блядь, нихера себе. Срочно помощь. Так, подожди, ты какой-то чересчур шустрый. Отстань от меня, русская тварь. Смешно звучит, когда сам не русский, да? Нихера себе, вот это Шон за Кинг-Конг, ты просто сдохни и все, просто сдохни. Наконец-то. Какой у него классный топор. Я себе такой же хотел. Но нет, игра мне не даст, спасибо. Так, это я забираю, это я забираю с собой. Где у нас еще враг? Давай, поднимаем их. Может, поможете мне привести кого-нибудь в чувство? А то это будет очень долго. В Волгограде есть только один дом. И там Гор живет. Все едем в Волгоград всем селом. Едем в соседнее село. Пропустил. Мне кажется, если самодержавие мне не пойдет, то я пойду философию или ботанику. О, тебе, мне кажется, тебе философия пойдет. Вот зная тебя. А ты чё ты хочешь? Ты чё хочешь от нас? Да пошел ты нахер. Нихера себе. Блин, пацаны, спасибо вам громадно. Вы настоящие друзья, чуваки. Обожаю вас. Все, отведите Тена в безопасное место с удовольствием. Гор, жди гостей. Сюда ты че, ты кого-то напугал этим сообщением? Я только за. Блин, я не понял, а что она мне не пишет? А что ты не пишешь? Борисовна, ты где? Борисовна, ты еще так долго? Мы можем поговорить вон там. Мы годами сражались за этого Проныру. А теперь его вдова взялась так, за нас. Так, подожди-ка. Не сыкуй. Все отлично. Так, на чем мы остановились?
Отведи... Я еще не отвел. Ой, простите, простите, простите. Просто рабочий момент, надо было отвлечься. Это безопасное место, вот это поле. Я понимаю, если бы мы отвели их на корабль, но не на это же поле. И... Эх, дороги, пыль да туман. Я представляю, что сразу после этого сообщения тебе постучали в дверь. Спасибо вам. Привет, Бог. Я жив и смогу поквитаться с леди Идвин. Я Тен Хорн. Завалим леди Идвин! Она мне сразу не понравилась. А можно было с ней подружиться, наверное? Мы на твоей... Богом клянусь. Мы на твоей стороне, братан. И, в общем, с девизом партии меня не... кому-нибудь из Уэссекса. Поменял. Официальным девизом партии русской монархии. Это три слова. Православие, самодержавие, народность. ПСН. ПСН. Знания Фулки могут все изменить. Прикольно. Без можно эту аббревиатуру как-то обыграть, наверное. Безумные Фулки. Молодец, молодец. Так, сейчас, подожди-ка. Так, погоди. Сейчас, прям секундочку, простите, пожалуйста, да? Так, 19 минут. Видишь, брат, твоя таинственная Фулки не в себе. Пусть так, но мне нужно с ней поговорить. Поймите, Фулки — еретичка, распространительница опасных знаний и враг церкви. Заявила, что говорила с Богом. Ее схватили по приказу леди Идвин, и я не знаю, где ее держат. Полагаю, в монастыре. Нужно все разузнать. Сигурд, не надо ли рассказать Гедрику, что здесь случилось? Можешь сделать это сам, но нужно спешить. Возможно, Фулки в опасности. Поверь, пойдем спасем нашего Фулки. Фулки очень важна. Скоро ты все поймешь. Такой дурацкий для тех времен. Надеюсь. Мы разбили лагерь на востоке Линфорда. Сколько лет буду старая снимать? Еще полгода. Встретимся там. Где-то слышал, что там назвали улицу Народной Республики Украины, и теперь у нас улица — это новая держава. Кстати, Егор, Вики мертва. Нужны мертва. В смысле? Украина теперь у нас улица — это новая держава. Прикольно. Да. Так, все. Вернитесь к Гедрику. Гедрик! Гедрик, мой братец! Но это не Гедрик, да, у нас Сигурд. Блин, это серьезно. На завтра при. Так. Так, погоди. Ну ладно, ничего страшного. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Так, куда нам надо? Нам надо куда? Нам надо в Гетрик. В Гетрик, да, сюда. Почти. Сейчас, сейчас, быстрое сохранение. Нет, нет, стой, я туплю. Вот сюда. Короче, перемещаемся, берем задание. И на этом почти что все. Потому что мы должны сделать флаг Рутику. Кстати, Эдгор, Вики мертв, в смысле? То есть полгода и все, да? Наверное, имя Фулки придумали впервые... Придумали, впервые слышу. Настоящий булкер надо проверить, надо посмотреть. Тоже интересно стало. В прямом смысле, одна только страница была создана для Вики. И все, и это про самого Гора. И все, Вики мертва. Ну вот, надо было, да, портить Вики. Хорошо, что с Ютубом так не работает, не работает. Хотя кто знает, кто знает. Так, с кем? Гедрик, Гедрик, Гедрик. Гедрик, Гедрик. Я вам не Рутик, я не Никита, да. Кто сказал Рутик? Кто сказал Рутик? Покажи мне этого человека. Покажи мне этого засранца. Я его научу разговаривать. С такими людьми, как ты. Все, я прибежал. А, нет, стой, прости. Почему постоянно с разных сторон запирают, а? Это же те времена, тогда не было, ну почти не было воровства. Гидрик. Блин, ты что, дурак, лучше что ли? Это, блин, ты стой. Иди сюда. Масло, стрелы, дайте мне с ним, дайте мне с ним поговорить, у меня важнее. У меня супер важные дела. Гедрик. Эйвор, Тены выжили? Ну, рекомендации Ютуба странные. Топор продвигаю к видео. И да, фирм да, тех, есть кто такой. Может это прикольно. Тены тебя поддержат. В бою с Идвин нам пригодится любая помощь. Стой, ты же последний полгода. А нет. Вы с братом, поддержите ли вы меня? Шизофрения просто. Успокойся. Бывает такое. Не обращайте внимания, пожалуйста. Примату, Гедрик. Я с тобой. Как и мой брат. Я с тобой. Идвин уютно устроилась в своем замке. У него... Мне не нравится его рожа. И припасы. А где твой брат? Пошли ее завалим. Пошли, я мощный. Уверен, я уже столько замков разрушал. Пойдем, я готов. Я двинусь к замку Кинебелли. Поведу Фирт на приступ.
Идрин защищают крепкие стены. Ничего страшного. А сколько ты еще будешь снимать? Я не знаю. Я не знаю. Потом передам канал по наследству, наверное, если YouTube еще будет. Если ядерной войны не будет, то все будет хорошо. Может, когда предложат видео, мы пошли в зоопарк. Это первое видео. Может, когда... Это первое видео, но это прикольно. Блин, есть такая фигня. Открываю YouTube, смотрю там какой-то видос, прям видно, что древний-древний, на старую камеру снимали, захожу туда, там комментарии, типа, чуваки, мне только одному в 2022 году порекомендовали это видео. Нет, конечно, не только тебе одному, а куча народу. Так, у нас что за мессия? Что за веточка? Найдите Сигурда и поговорите. Серьезно, опять? Он ждет, так, влево, Фаня? Восточная граница Окс... Блять, как сложно. Оксенфордшира. Оксенфордшир. О, вот если говорить на английский лад, то легко. Оксенфордшир. На севере берегу реки Эрдан. Грейус. Понятно. Но это и есть и в английском, и в русском сегменте. Может, когда мы... Прикольно. По наследству? Ну, прям монарх. Хотя, откровенно говоря, вся наша жизнь сплошная монарх. Да, да, да. Согласен. С этим тезисом я согласен. Так, что мы имеем? У нас тут куча всего. Быстренько сейчас выходим. Смотрим, сколько мы прошли. Ну, мало. Гор передаст канал по наследству. И восстанет канал из пепла ядерной войны. Здрасте. Кастл, прости, привет. Мы уже уходим. 28%! Мы начали... Подожди, мы сколько играем? Мы играем каких-то час 20 и прошли 2%. 2, черт возьми, процента! Увеличили скорость, и это отлично. Возможно, возможно. Мы успеем пройти, но не точно. Так, теперь у нас есть супер заказ. Сейчас я тебе покажу. Возможно, тебе будет интересно. Возможно, нет. От Root Freedom. Так, надеюсь, он здесь. Root Freedom, ты же здесь. Захват экрана. Вот, короче, флаг. Я тебе говорил, игра очень длинная, ничего страшного. Вот тебе флаг. Ты сказал, нужно нарисовать здесь круг. Черный с белой окантовкой. Правильно? Пацаны, кто помнит эфир, зефир в шоколаде? Я когда-то. Он был вкусный, раньше был вкуснее. У Эдгора какая будет монархия? Абсолютная монархия. Конституционная монархия. Выборочная монархия. Столько вопросов и нет ответов, да? А я в кролика решил поиграть уже около 50% прошел. Красавчик, Это дальше нас, да? Нифига. Ты за сколько? Молодец. А на какой сложности, если не секрет? Ну, я ничего, я не буду осуждать. Да, и круг не должен быть широким. Вот. Опа. Одно маленькое движение, и круг готов. Такой круг нормальный? Поуже, побольше. Вроде бы нормально. И смотри, самое главное. Корона. Оп. Классно, да? Ты посмотри на этого чувака. Как? Не, ну хотя можно, конечно, пройти, но для меня очень сложно. Это нужно прям вот сидеть, прям тыркаться, запоминать. Я не могу запоминать. Кастл, простите. Нормально, но надо в центре. Да в смысле он в центре? Не, я могу сейчас прям вот, знаешь, как сделать. Тут есть такая функция. Берем фон, например, да? Берем фон, ставим Лапландию вот сюда. Стоп. Так, кажется, ты прав. Ну-ка, подожди, это все уберу сейчас. Так, берем фон. Вот у нас центр. И вот у нас центр. Теперь берем круг. Тыц-тыц. Вот по этим точкам крайним, видишь? Вот центр-центр. И England. И вот центр. Да, вот, все. Теперь центр. Центр-центр. Гор, ты что, все? Dark Lord, да, у нас сегодня будет еще один стрим по Хитману. Если мы пройдем хотя бы одну миссию, то и сегодня Вальгалу еще продолжим. Правда, при первом прохождении доступен только легкий и средний. Да в смысле, ты уже прошел? А корона Российской империи не было? А это не Российская империя? Ну уж можно судить, что у канала конституционная монархия. Ведь премьер-министр, модераторы имеют больше власти, чем сам монарх. Да, кстати. Кстати, да. Так, сейчас, подожди-ка. Подожди-ка. Ты меня ввел в заблуждение, дорогой Root Freedom. Сейчас мы должны кое-что посмотреть. А теперь вот так, а теперь вот так. Вот так. Как ты сказал? Нет, это не расист. Серьезно? Правда, подожди, нормально, но надо в центре. Так, а корона Российской империи... Корона Российской империи. Фото 1762 год. По мне, так это она, нет? Так, кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Короче, вот типа такая. Вот она, да? Так, и ты сказал, что она должна быть... А, ну да, разница есть, согласен.
Вот, ты посмотри, какая красивая. Смотри, есть два варианта. Либо я могу сделать ее прям вот черно-белой. Либо цветной оставить. Нет, не прошел. Я имею в виду, что у меня максимально доступно. А, то есть средний. Ну тогда понятно, понятно. А ты сразу сказал максимальный. Я думал, ура, ты посмотри на него. Ты посмотри на его максимальный уровень. А оказывается, вон оно что. А вот эту вот красную штучку ее убрать... Это типа внутренняя сторона, но я думаю, она не нужна. Это же все-таки тут типа модель. Давай черно-белую. Да, давай сделаем черно-белую. Сейчас посмотрим, как она будет выглядеть. Но не уверен, что будет выглядеть хорошо. Но сейчас погоди, мы сейчас заглянем с тобой. Так, это делается вот так вот. А теперь тут есть волшебная кнопочка. Называется насыщенность. Убираем насыщенность до нельзя. И у нас практически получился черно-белое изображение. А потом вот так вот, вот так. Теперь выбираем инверсия. Оп. И все. Нет, как-то она прямо... Как-то она прям как-то не очень мне нравится. Я вначале не смог зайти. Не смог из нее выйти. Да, оказалось самым сложным. Да-да-да. Полез в интернет, оказалось, я не один такой. Прикинь, я же тоже, помнишь, на стриме сижу такой, говорю, а как отсюда выйти? И такой, ну ладно, Alt F4. Я тоже, я не мог сообразить, представляешь? Капец. Спасибо интернету за эту инфу. А то, школь, вообще нет разъяснений, что монархия, демократия и так далее, есть свои подделы. Спасибо. Серьезно? Не, корона должна быть белая, а на черном фоне. Да-да-да-да-да, сорян-сорян. Тогда мы делаем, заходим еще раз сюда и нажимаем инверсия. Вот, теперь должно быть намного лучше. Да, мой друг, молодец. Корона Российской империи. А ну иди отсюда. Ты не корона Российской империи, а вот это уже корона Российской империи. Вот это другое дело. Но тут слишком много мелких деталей, я думаю. Наверное, тебе это не подходит. Хотя, смотрится. Сейчас мы уберем эти вспомогательные линии. Где они тут? Где вспомогательные линии? Так, подожди. Вот так вот. А мне нравится. Подожди, сейчас немножко вот поярче ее сделаем. Я могу вообще вот так вот сделать? Не. Лучше все-таки, чтобы детали какие-то проявлялись в этом. Так. Вроде как нормас. Мне нравится. Пока что мне нравится, не знаю, что ты скажешь. Единственное, что бы я здесь еще исправил, наверное, окантовочку прибавил бы. Знаешь, такую более жирную сделал. Я тебе могу скинуть такой вариант, если вдруг ты с кем-нибудь посоветуешься, и тебе кто-нибудь даст хороший совет. Вот так вот, наверное, да, вот чуть-чуть пожирнее окантовку. Вот, я могу тебе переделать. Блин, а ширину круга надо слегка добавить, и все. Вот, как раз-таки я об этом говорил. Вот чуть-чуть добавил, можно еще добавить. Я. Как зарабатывать деньги, как жить счастливо? А в чем смысл жизни? Школа 1, 2, 3, 4 плюс 90. Было. Да, я просто зашел на Вики и узнал, что там у Рима изначально была выборочная монархия. А книжка говорит, что у них сразу была демократия и все, было и зашибись. А вот понимаешь, вот в том-то и дело, что книжку, наверное, ученые писали, а Вики мог зайти и школьник, как ты, например, и взять все написать. Вот теперь идеал. Спасибо, отправишь тогда сейчас? Конечно, отправлю. Я рад, что тебе понравилось. На всякий случай я ее сохраню в фотошопском формате. А вдруг ты когда-нибудь захочешь что-нибудь переделать? Я натюрил их. Вот вдруг ты когда-нибудь захочешь переделать, и если что, я переделаю. Так что ничего страшного. Все, тебе сейчас закину, тоже сохраню, но тебе закину в JPEG, чтобы ты мог нормально все открыть. О, вау, какие там были картинки, ужас, нельзя на это смотреть. Так, захват экрана, все, пацаны, простите, но я должен это выключить. Там очень секретная информация. Все, это теперь флаг партии русской монархии. Слушай, если когда-нибудь это будет действительно так, я буду счастлив, что я хоть как-то причастен к данному событию. Какая красота! Был царский Рим, потом уже республиканский Рим. Нифига себе. Вот про царский я слышал, а вот про республиканский никогда ничего не слышал. Прикольно, даже не знал. Так, личные сообщения, да? Блин, я, наверное, никогда не привыкну к Дискорду. Дискорд? Да, Дискорду. Все, я тебя отправил. Надеюсь, тебе правда понравилось. Арбанова нонасес. Демократия бывает разная. Тогда была другая. Это, мягко говоря, не то, что имеется в виду сейчас. Возможно. Даже вот взять тот же коммунизм. Например, в Советском Союзе был один коммунизм, а коммунизм, который сейчас в Китае, совершенно другой. Просто смотрел чувака про... Какие?
Пунический вой, пунический. И он кратко описал историю... Блин, это очень интересно, когда кратко. Я откровенный человек, мне очень понравилось. Спасибо, Рут Фридом. Рад, Рут Фридом, что вам понравилось. Если что, знаете, куда обращаться с фотошопом. Помогу, чем смогу. Ладно, чуваки, увидимся с вами где-то через часик-два. Вот, поиграем в Hitman. Надеюсь, что мы что-нибудь пройдем. Agent Price, надеюсь, что у вас свет сейчас побольше, побольше света присутствует в ваших домах. И, возможно, ты мне поможешь, потому что ты единственный, кто нормально помогает. Не то, что этот мастер. Какие у него зеленые глазки, ты посмотри на этого мастера. Не буду показывать эту фотку, он обидится. Минус 2, плюс 4, капец, пока. Сейчас прямо... Я тебя отправил уже в Дискорде. Все. А, тут надо что-то нажать, что ли? Нет. Или да? Так. Вложение. Я на тюрлях. Ну-ка. А, вот, все, да. Я просто... Прикинь, я типа отправил, но не отправил. Прикольно, да? Все. Все, в Эпике раздают Dishonored Definitive Edition, но не факт, что получится. Почему? Подожди, мы Dishonored проходили. А я сейчас зайду, проверю. Все, спасибо, пожалуйста. Но была тревога, и уже 6 часов есть свет. 6? Нормально. Хорошая тревога. В таком переносном смысле. Так, захват экран. Там, кстати, сегодня, где у нас Христина живет, упала в дом ракета. И сказали, что там живет женщина с ребенком. Вот. Ту-ту-ту. Надеюсь, это не ее. Все, спасибо. Сейчас давайте посмотрим, Dishonored нам раздадут или нет. Пожалуйста, дайте игрушку. Пожалуйста, Epic Games. А почему не получится? А, не получится, наверное, очень много желающих, да? А мы проходили ее. Или мы не эту, Definitive Edition. Я не помню, какую мы проходили, какую-то мы точно проходили. Да, мы проходили. Возможно, эту. Я все равно ее получу, потому что если мы проходили, возможно, в Steam. А продукт не удалось при выполнении запроса, произошла ошибка. Ха-ха-ха. Все куда-то торопитесь. А че вы все куда-то торопитесь? Я не пойму. Да, сейчас будем Сапенцию проходить. О май гад, куда я подписал? Я посмотрел прохождение сегодня, если честно, потому что я волнуюсь. Посмотрел прохождение у Diamond Games, и он таки прошел за полчаса, но прошел тот SA, а не SO. Понимаешь? SA, только SA. Вот, поэтому надеюсь, что у нас получится. Но это как с предыдущей раздачи, да. Да, желающих очень много, и это очень хорошо. Не дум... Хотя я не помню, чтобы там такие были киборги. Или помню. Блин, тут помню, там не помню. Возможно, что запретили в России раздавать, но это не точно. Это будет печально. Код ошибки E10.0. А ну-ка, подожди-ка. Так, сейчас, секунду. Epic Games... Ошибка E10.0. Ну, это понятно. При покупке, так, если на лаунчере не установлено актуальное обновление. Поэтому, если есть обновление, которое вы не устанавливали, то установите их, а потом заново попробуйте получить игру. Для проверки наличия обновлений вверху справа. Так, понятно, если обновление есть, они появятся сразу в самом верхнем, так, настройках. Скачать и установить обновление. Серьезно? Не может быть, что все так просто. Ну не может, я не верю, что в наше время так все просто. А VPN то же самое. С русских аккаунтов нельзя забрать, насколько я понял. Это когда было одну неделю назад. Недоступно в вашем регионе, такую ошибку показывают через... Так, тебе нужен левый аккаунт. Да нет, создается второй аккаунт, ставим регион. Так, ну черт, ну это скорее всего получить не удастся, так как игра санкционная. А может быть игра санкционная? А может быть разработчики сами не захотели? Да ты ничего и нигде не помнишь. Действительно, мастер, здравствуйте. Активация продукта не удалась, то же самое. Вроде похоже код у какой-то игры был, который не давали. Грузится Epic. Agent Price, ну у тебя все будет нормально, я думаю. Встретимся у братьев или уже у близнецов. Посмотрим. Активация продукта не удалась, кря. Я все очень плохо помню. Простите, не моя беда, не моя вина. Добавить в корзину. Список желаемого. Как-то вот так. Пожалуйста, а ну-ка, сейчас. Ой. Так, а вот интересно, этот продукт недоступен, его нельзя добавить в корзину, лошара. Короче, нельзя. Отличные битвы с боссами. Я не думаю, что ее можно... Так, спасибо, покупка удалась. Да ты шо, ты посмотри на него. Короче, значит, в нашей стране нельзя. Это какой-то ошибки региона, простыми словами. Запрещено в регионе. Понял, все, не ори на меня, не ори.
Все нормально, все что-то. Ну, подумаешь, господи. Проходили мы эту игру, все нормально. Даже если не проходили именно эту версию, то ничего страшного. Игра старая. И стоит недорого. Вот вчера раздали, нормально была игра. Все, пошли они в жопу. Все, мы обиделись, все. Правильный коммент был на экране. Купим на торренте, да? Почему бы и нет? Ладно, всем громадное спасибо. Я побежал есть пиццу. Поделюсь с тобой в сообществе. Но в таком, знаешь, типа мобильная версия. Так что если хочешь посмотреть, что там приготовила моя жена... А, я еще в Дискорд скину. Это готовил не я, блин. Да, я уже офую этот ашашин. Долго мне еще ждать офа? Почти. Покеда. Саня, топ, пропустил. Пропустил рутик, подожди. А название партии мы уже сами через 20 лет добавим на флаг. Да, согласен. Дай бог мне здоровья. И вам всем тоже. И вашим близким. Да, все, я ушел. Bon appétit, спасибо.